Ну вот, ребят, взял Терри. Пойдем прогуляемся. Там Рич пошел у нас уже с Саньком. Многие просили Рича с Терри сводить прогуляться. Как они вообще будут друг к другу? Вот сейчас посмотрим, ребят. Ну, я не знаю, если честно, мой первый прогноз, это будет по-любому агрессия. Терри не попускает ни кобелей, ни сук. Там конкретно у ней заложено только бой, только драться. Поэтому, ребят, мы сейчас попробуем, конечно, не хотелось бы, попробуем сейчас познакомить нормально, как они будут себя вести. Мне кажется, она вот уже след взяла, уже идет и кипишует. Отсюда не видно еще Саша с Ричем. Сейчас мы посмотрим, это все дело. Ну а так, ребят, вы видите, да, сколько в ней этой энергии. Сколько она готова сейчас пробежать, я не знаю. Ну, надеюсь, ребят, без особых стычек, без таких опасных и важных. Не хотелось бы, конечно, чтобы они враждовали, а познакомить нужно. И многие, конечно, писали в комментариях раньше. Говорят, мы бы хотели, Рича, чтобы ты с Терри пошел погулял. Но сейчас попробуем. Не знаю, что с этого выйдет. Терри, ну не гоняй меня, как дурку. Ой, давай, пошли. Вот, ребят, заметила уже. Смотрите, какой у них ход. Вон Саня. Пока держи, не надо отпускать сейчас. Ой. Ой. Смотрите, какой у нее бег, ребят. Не, держи, держи его. Саш, не надо отпускать. Просто держи на поводке, нормально. Хорошо возьми, он сейчас дернется и выскочит. Нельзя ты. На него. Нет, конечно. Терри. А ты его держи. Не, ну не подпускай. Не, видел, ну. Так, знаешь, что сейчас сделаю? Просто я не знаю, видишь, они сейчас могут схлестнуться. Она ж, видишь, дурная, он лезет. Не, еще играет. Не, ну она сейчас будет доминировать все равно. Она вроде играться дает. Ай, молодцы. Только она доминирует, видишь, сейчас она начнет его. Тихонько. Все, молодцы, хорошо. Тише. Она, видишь, у нее игры переходят. Ну да. Она, он же видит, что она начинает. Понимаешь, доминирует. Видишь, он. Смотри, ей пофиг, она прыгает. Вот сейчас она зацепит и все, видишь, ей надо только зацепить. Видишь? А ухо-то нету, пыталась за ухо. Ну да. Рич, это ж, блин, Терри. Она такая, видишь, барбоска. Вот ей надо уцепиться и все, за шею, а потом она будет доминировать. Смотри. Видишь, что делает? Вот когда она сверху. Хорошо. Хорошо. Хорошо, а? Рич, ты не понял, да, почему так, да, сука? Еще начинает над тобой доминировать. Смотри, она опа. Смотри, что делать? Все равно.
Она сейчас его... Поймала. Поймала, да? Ну все, значит. Поймала. Сейчас она его разозлит. Смотри, все, она, видишь, она поймает и... Он, видишь, ну он паразит рвет, понимаешь, как? Оп, опять все, задоминировал. В общем, ребят, не получилось нам познакомить, толком подружить. В общем, задрались, они сами видели. Вон Рич идет там с Сашкой сзади. Терри здесь. Ну, его в баню, короче. Хорошо, мы взяли стек, ребят, разжали, раскидали этот весь момент. Все, значит, Терри не принимает никого. Вы помните, если кто видел видео, да, то есть, как она с Эриком, когда Эрик вязал ее, она все дала ему, он ее повязал, и все, потом она начала доминировать. У ней доминанта идет за шею сверху, если она уже уцепилась, все, она начинает трепать. Вот есть у нее это. Ну, как бы, вы сами видели, что она ни с кем не желает дружить, ни кобель, ни сука. Дала в тот раз повязаться, и все. Поэтому, ребят, Терри у нас такая мадам, с играми у нее не получается, она долго не играется, она начинает возбуждаться, и у нее вот этот адреналин, вот она даже смотрит, не хочет уходить, увидела его. Пошли домой, пошли, давай, давай. Сыт. Сейчас, Саня, она. Пойдем, Терри. Сейчас пойдем, ребята, обработаем ранки, там кое-какие, чуть-чуть себе. Десна они поприкусывали. Ленчик, привет! Как у тебя дела? Давно не видела тебя. Привет, братуха, как у тебя дела? Пассажир, ё-мо, нелегальный, блядь. Нет, нелегальный где пассажир. Где ваш билет, блядь? Смотри, как он, богомольчик. Да снимаешь. Я на видео там снимаю. Да, да. Вот так сфоткай.